Так. Включаем масло. Где-то там. Опа. Теперь нам нужно подкачать бензина. Блин, не так стоит коленвал. Вообще не качает. Вот засада, и ручка тут. Надо брать ручку. О, есть. Слышно, да? Пошел. Все. Ой. Ручку вынимать не будем. Попытался завести, в общем, вот аккумулятор. Запомните вот этот фуфел, никогда не покупайте. Ему год, еще нету года. Наверное, месяцев 7, и он уже сдох. Никаких перегрузок, ничего такого он не испытывал. А вот сейчас покажу аккумулятор. А вот это я в БУС покупал. Как-то он там кальциевый, ну неважно, а не помню, а как он там. Да, вот. Кальциум технологии, да, ну это бомба. Это вещь. Ему у меня уже, он у меня уже полтора года. Это супер просто. Я не знаю, не обязательно, я имею в виду марку аккумулятора, а именно вот кальциум технологии. Они чуть дороже, но они качественные аккумуляторы. Завести нам его не удалось, потому как сдох аккумулятор. Был заряженный, у него саморазряд идет, где-то замкнутые пластины. А ручка стоит, видно, что покрутить ее невозможно. Близко я подъехал. Вот, поэтому сейчас поставлю аккумулятор с буса и попробуем завестись. Здесь у нас поселились жители, вон они. Видно, нет? Осы. В прошлый раз с напарником сели в машину, завелись, сдаем такие взад, это код во все вылетает, этот выпрыгивает с машины, следом я. Забыли машину заглушить, передачу, она так и едет, прямо в беседку, так задом и едет. Буквально вот, ну сразу же. Пришлось в этот улей запрыгивать, все жужжит, осы везде летают, пронесло, слава богу, ничего не укусило. Так, ну сейчас поставим аккумулятор и будем пытаться. Так, готово. Осы спят. Или делают вид, что спят.
Так. Ну что, погнали. Подкачали педалью газа. Вот видите, вопросов нет.